Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні я радий вітати у нас в гостях Микола Спірідонов, політичний експерт, ведучий інтернет-проєкту «Метод Спірідонова». Спасибо, взаємно. Одразу давайте до справ. От деякі журналісти, там, я, наприклад, пригадую інтерв'ю Володимира Познера, він завжди каже, що журналіст, він постійно має бути трошечки в опозиції до влади. І виходячи з цього, я хотів би трошечки поговорити з вами про закон про медіа, який зараз намагаються якось просунути, підписати, нав'язати. Як ви взагалі ставитесь? Журналіст, він має критикувати владу, чи має їй, скажімо так, поліпшувати умови існування? Ви знаєте, буває по-різному. Я, наприклад, знайомий, перейду, напевно, на російську мову, знаком з експертом, дуже відомим політичним, який підтримував всіх президентів України, від Кравчука, тепер до Зеленського. Тобто він був і парахоботом, був, і за Зеленського, і до цього підтримував Януковича. Це різноманітна людина просто, да? Вона така талановита. Тобто чоловік підтримував будь-яку владу. В принципі, я вважаю, що це неправильно, і що блогер, журналіст, експерт, но он неизбежно начинает власть критиковать, если только он не работает в пуле банковой, потому что, ну, есть действительно, во-первых, для критики основания, а во-вторых, ну, если блогер поддерживает власть во всем, ну, это попросту становится неинтересно. Вот когда, например, Зеленский победил Порошенко, то в какое-то время, ну, я пытался вот быть лояльнее к Зеленскому, потому что какие-то были народные ожидания, пытался найти что-то хорошее, но потом вот понемногу... И как постоянно, ему потребно еще часу трошечки, не треба его... Ну да, но потом понемногу, и как-то все равно съезжаешь на критику, это достаточно органически происходит. Что касается закона, ну, мы видим, что любая украинская власть, в принципе, старалась как-то прижать медиа. Тот же Янукович пытался контролировать ситуацию, ну, такими достаточно вегетарианскими методами, таких массовых обысков. Ну, что-то там было на Пятом канале, ну, в общем-то, не в тех объемах и масштабах, как сейчас. Все время Порошенко пытался, но это вообще не конструктивно. Когда-то еще в детстве я проводил такой опыт, кипятил кастрюлю и закрывал крышкой, и пытался крышку удержать. Но результат такой, что крышка все равно взлетает. В 21 веке стараться контролировать медиа, но это совсем уже абсурд в квадрате, потому что сейчас можно открыть свой телеграм-канал, можно YouTube открыть канал, Facebook. YouTube-канал, можно быть в Фейсбуке, и все равно, если ты будешь запретный, то, как в советское время говорили, там самиздат, и то самиздат прорывался, а теперь это вообще абсурдное действие, которое любой власти рейтинг снижает. Но, тем не менее, любая власть, вот, по сути, идет по тем же рельсам, так же, как и при Порошенко были обыски ряда телеканалов. Приблизительно то же самое происходит и при Зеленском. И даже, я бы сказал, наверное, еще и пожестче. Активнейше, навіть, да. Чому для нас це достатньо болюча тема? Тому що телеканал КРТ, я вважаю, що це телеканал об'єктивних новин. Телеканал, який не перед ким не намагається... знаєте, заїскувати, як то кажуть. Але останнім часом нас Рада, вона дуже ретельно і з такою увагою слідкує за нашою діяльністю. І вже маємо четверте попередження, скажімо так. І я хотів би от показати, ну, тобто, з вами подивитися безпосередньо. От зараз буде відеоряд і двох каналів. І хочу потім, щоб ви сказали, до якого каналу має претензії Нацрада. І чому? Увага на екран. Техніку, яка відбила цю фашистський напад тоді, в ті часи, в 45-му році. Що ж, друзі, бачимо гостей голов країн. В цьому році на честь ювілею перемоги в Москву приїхали, як було повідомлено, лише президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія, президент Білорусі Олександр
Лукашенко також мав можливість спостерігати цей парад і все, що там відбувалося. Дивіться далі у нашому сюжеті. Через епідемію коронавірусу військовий парад, присвячений 75-й річниці перемоги, у Росії вирішили перенести з 9 травня на 24 червня. Дату, кажуть, обрали не випадково. Ровно 75 лет назад, в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Каждый год мы смотрим, конечно, парад по телевизору дома, но в этом году решили с детьми приехать в центр города и увидеть все своими глазами. Впечатление потрясающее, не жалеем, что пришли сюда. К сожалению, ничего не было видно, только слышно, но эмоции позитивные. А щоб у глядачів залишились позитивні емоції, за даними російських ЗМІ, під час трансляції параду навіть домалювали спецефекти. Щодо закордонних гостей, цього року прилетіти на парад погодились не всі. В основному приїхали глави країн СНД. Зокрема, лідери Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Молдови, Боснії, Герцеговини, Сербії, а також представники самопроголошених республік Південної Осетії і Абхазії. Тут немає табу. Перед тим, як ми почнемо, як ви скажете, на вашу думку, до якого з каналів докопалися представники Нацради, я хочу зазначити, що перший канал – це КРТ, і там, уявляєте собі, були замальовані, закон декомунізації, тобто замальовані всі радянські прапори, а другий канал нічого такого не робив. Перший канал КРТ не показував агресора, голову агресора Володимира Путіна. Другий канал показав його висловлювання. Як ви вважаєте, до якого каналу є претензії зі сторони Нацради? Але, попереджає, логіку треба вимкнути. Ні, так тут логіка все-таки є. Претензії к тому каналу, який популярніє. Соответственно, поскольку КРТ смотрят больше, во всяком случае, по моим данным, рейтинги есть разные, то вот, соответственно, претензии предъявили КРТ. Но что касается прямого, там вроде как тоже несколько лет назад были определенные обыски, там было тоже давление на канал, но потом, видимо, договорились, и сейчас вот претензий к прямому на сегодняшний день никаких нет. Что касается парада и других событий, я вообще уверен, что происходящее в Российской Федерации мы должны изучать по двум причинам. Причина первая. Российская Федерация остается все-таки одной из самых влиятельных стран мира. Например, вот в определенных документах о безопасности Соединенных Штатов Америки там указывается, что главная угроза, так сказать, для суверенитета США, это Китай и Россия. То есть, по сути, вот они ранжировали... А куда Аль-Каида уже поделась? Уже целый рик, мы ничего не чуем про Аль-Каиду. Да, то есть две страны они вот отметили, которые представляют определенную угрозу. Это пункт первый. Пункт второй. Поскольку у нас достаточно часто говорится про войну с Российской Федерацией, я сейчас как историк, как ученый просто не буду это комментировать, возьму вот имеющееся официальное мнение, то в таком случае тоже, безусловно, надо изучать происходящее в России, потому что, например, профессиональные шахматисты перед матчем, естественно, они изучают партии своего соперника. Профессиональные боксеры, они тоже смотрят и думают, на где слабости, на какой удар можно поймать. Настільки сильні і могутні, що нам нічого знати не потрібно. А ми вроді як воюємо і не хочемо вивчати свого суперника. Більше того, ми хочемо голову в пісок спрятати, вроді його в принципі не існує. Тобто логіка тут не просматривається. Але все, що повертаючись, мене чесно, відверто кажучи, зачепило, що прямий канал зробив ось таку негідну річ, і його не зачепили. І у мене вкрадається така думка, що пан Петро Олексійович до сих пір має величезний вплив на деякі органи управління в нашій країні. Але, з іншого боку, його постійно викликають на допити в ДБР. Якісь претензії з боку прокуратури. Хоча ми бачимо, що, в принципі, вони зустрічаються, закриваються справи, і начебто
Не зрозуміло, це договорняк чи дійсно Генеральна прокуратура намагається посадити нашого бывшего п'ятого президента України? Порошенко дійсно має велике впливання. Во-первых, він очень богатый человек, даже официально. Вот в последнем списке журнала Forbes за 2020 год он на третьем месте среди самых богатых. Это дивно, воююча, бідна країна, найбідніша країна в світі, номер один за кількістю людей, які вмирають. Ну, тобто ми, на жаль, у нас така статистика, що вмирає у нас дуже багато людей в порівнянні з іншими країнами, і в той же самий час президент достатньо непогано збагатився. Ну, я хочу відмітити, що в 2013 году, і ще до того, як стати президентом, він в аналогічних рейтингах був на 18-му місці, будучи президентом, він перемістився на 3-те. І це як би офіційно, неофіційно, взагалі в кулуарах злі язики поговорюють. Знаєте, вже є такі злі язики, що один рік нахождення на посту прем'єр-міністра або президента, він десь обогащає людину на мільярд. Соответственно, если Порошенко до президентства весил 1,5 миллиарда, то сейчас не исключено, что он может весить, ну, 7 миллиардов, не исключено, что он самый богатый человек в Украине. Это как дивно, да? Грошима он важит больше, а физично он похудал очень сильно. А у канала КРТ, вот среди ваших там спонсоров, среди ваших поклонников, я так подозреваю, что людей из топ-10 списка Forbes, наверное, нет. На жаль, нема. Так, і якби було, то, думаю, ми б трошечки по-інакшому підходили і взагалі не турбувалися за те, що Нацрада до нас має деякі свої претензії. Ну, от тому, відповідно, так, у Порошенка, крім колосального багатства, у нього є фракція Верховної Ради. У него есть хорошие отношения с рядом европейских и американских политиков. Многим политикам он, наоборот, поднадоел, потому что он там деньги просил, велся не всегда адекватно. Но с кем-то он все равно смог подружиться. Ну и, разумеется, влияние владельца телеканала «Прямой» на сегодняшний день, ну, значительно выше в Украине. Что касается уголовных дел, ну тут можно по-разному относиться. С одной стороны, Порошенко изматывает. Например, очень известный премьер-министр Италии и плейбой по совместительству Сильвия Берлускони как-то не так давно сказал в интервью, что он за свою жизнь на адвокатов потратил 500 000 000 евро. Вот если мы посмотрим Петра Порошенко, ну тоже ему приходится нанимать хороших адвокатов, которые его действительно хорошо защищают. Наверное, уже тоже не 1 000 000 Петр Алексеевич потратил на свою защиту. То есть определенно... А знаете, что он такая людина, яка не дуже любит расставаться с грошима? Совсем не любит даже в мелочах. То, может, от того он и похудал так сильно. И поэтому, соответственно, тут вот, как у рыбаков бывает такая технология, когда они вдруг очень большую рыбу словили, они иногда ее не могут вытянуть, они ее иногда изматывают. Вот и тут создается впечатление, что Порошенко определенным образом изматывают, но с другой стороны, действительно, вот эти допросы консолидируют его сторонников, вот, митинги, его поддержку, по сути, цементируются за Петром Порошенко. Бо наши украинцы, они какие люди? Они, если бачат, что кого-то там, ну, несправедливо чи справедливо, але заганяють, то одразу наші добрі люди, вони одразу починають цю людину підтримувати. Це може бути таке, що це навпаки буде в плюс іти пану президенту? Зараз Порошенко цементує западноукраїнський електорат, примерно той електорат, що, наприклад, був в 2002-2004 році у нині забитої партії «Наша Україна». З точки зрення рейтинга, это не самое лучшее, что может быть, потому что потолок этого электората – это где-то 20-25%. Но выше, как бы, вот тех, когда они себе рисовали аватарки там, с 25%, то есть выше подняться в принципе практически невозможно. Сейчас у Порошенко уже там пишут 15%. Но, с другой стороны, это самое агрессивное, так сказать, меньшинство, самое шумное. И вот с такой поддержкой, если он консолидирует националистов, то, естественно, у Порошенко возникают шансы возвращения во власть, но я тут осторожно выражусь, не совсем электоральным путем. И как минимум вот шансы на определенную неприкосновенность. Вот, например, в лучах этой, скажем, неформальной неприкосновенности даже уже под этим зонтиком и Турчинов где-то спрятался. Вот опять-таки там по Крыму и так далее идут определенные расследования.
Ну, подумал Александр Валентинович, он, по-моему, подумал и решил, а давай я как бы вернусь в политику, если что, скажу, что это политические преследования. Поэтому, соответственно, у Порошенко есть достаточно серьезные успехи по консолидации своего ядра. И вот, ну, деякі люди навіть кажуть, що восени плануються якісь там акції, такі достатньо потужні, які будуть нагадувати Майдан. Як ви вважаєте, дійсно можуть бути такі ресурси, і людські ресурси, ну, фінансові ми розуміємо, що будуть, які зможуть, наприклад, якось розхитати існуючу владу? Ви знаєте, ще в прошлом году, теж літом, була така хохма, что Авакова нужно оставить в кресле министра МВД, потому что Порошенко готовит путч. Так-то-то, мы памятаем. Это слили. Ну, наверное, на следующую осень тоже теоретически можно готовить путч. Теоретически понятно, что осень будет, ну, сложной. Уже сейчас мы видим радикализацию, там где-то кого-то побили чуть не до смерти, где-то вот уровень противостояния, в том числе на улицах, повышается. Разумеется, осень будет горячей. Но я как человек, скажем так, консервативный все-таки в своих базовых представлениях, я бы не хотел, чтобы вот эти акции, пускай нам там даже не очень нравится президент Зеленский, по сути, вот сейчас, ну, я, собственно, и не вижу каких-то вот позитивных моментов у Зеленского по сравнению с Порошенко. А что касается фискальной политики, то как-то вот еще более жестко побрежали. Ну, тем не менее, лучше решать все в рамках выборов, и поэтому митинги, да, будут, будет ситуация напряженная, но все-таки будем надеяться, что она не выйдет из-под контроля. Вот хотелось бы тоді проскочить одразу до пана Зеленського. Деякі політичні експерти кажуть, ну, одним кажуть, що восени готується Майдан, а інші кажуть, що зараз у пана Зеленського достатньо сильно просідає рейтинг, він падає, і Порошенко таскає для того, щоб в необхідний момент його посадити, і після цього люди скажуть «дякуємо», і забудуть все зроблене і не зроблене паном Зеленським. Може таке бути? Як ви вважаєте? Ну, посадка Порошенка дасть краткосрочний ефект, дуже серйозний для рейтингу зелених, тобто вони дуже багато обрадуються, тому що Порошенко, чесно говоря, дуже багатьом насолив. И многие из нас во времена президентства Порошенко, кто в тюрьме сидел, кто там под опросом ходил, ну, как бы все это помнят хорошо. Но, с другой стороны, во-первых, Запад как-то так отреагирует, не в восторге на это. Внутри страны непонятно, но обычно, скажем так, сажать лидеров оппозиции можно, если ты Лукашенко. А Зеленский сейчас не дотягивает, а все-таки Порошенко, вот он может нам с вами не нравиться, но он наряду с другими фигурами, с другими лидерами крупнейших фракций Верховной Ради, он же все-таки остается одним из лидеров оппозиции. Конечно, это не дает ему... И не сідає, не дивлячись на те, что мы все чули ці чудові плівки, де він розмовляв с віце-президентом Джо Байденом. Ну, вы понимаете, де-факто, вот когда человек в политике, он что угодно может обернуть политическими преследованиями. Он может сесть за руль, допустим, сбить кого-то насмерть и все равно сказать, вы знаете, все подстроили. Мне как-то вот алкоголь подлили, этот человек подбежал вот специально, чтобы я его сбил, такой камикадзе. Ну, в общем, что угодно трактуют, пытаются трактовать как политические преследования. А поскольку, допустим, Запад не очень глубоко в этом разбирается, то, соответственно, вот такие заявления определенный отклик могут получить в прессе, не только в украинской. Поэтому я на сегодняшний день скептик, вот разве что действительно команде Зеленского будет вообще нечего терять. Нужен будет рейтинг любой ценой, может быть, тогда что-то сделают с Порошенко, но человек, который обладает такими колоссальными деньгами, как правило, не сидит. Потому что сейчас вот есть определенные законодательные послабления, что человек может даже в тюрьме, например, пользоваться мобильным телефоном. Если, допустим... И воштувати нормальный офис такой себе можно там, ну, как бы, и сейчас працювати. Уже почти официально говорят там о том, в каких условиях можно за деньги там как бы сидеть. И плюс, если человек фантастически богатый, ну, давайте вот прагматично посмотрим, сколько киллеров он может нанять вот на своих оппонентов, если его прижать к стенке. Вы даже крысу, допустим, прижмите к стенке, она на вас прыгнет. Может быть, даже мышь прыгнет.
А тут вот, ну, за редким исключением, миллиардеры обычно не сидят. А если сидят, то там они как-то, в общем, каким-то, как на украинском говорят, прикрым самогубством покинчивают. Но, в общем, что-то такое с ними случается, что, по крайней мере, они не сидят долго. Зрозуміло. Тобто, я впевнений, нам скучати не буде часу. Разумеется, осень будет очень жарко. Или в электоральном смысле, и в смысле политического противостояния. На улице она будет очень жаркой. Ну, побачимо, як це все буде далі розвиватися і відбуватися. Дуже дякую за цю цікаву розмову. Ну, а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Судебний процес над бывшим гарантом почав напоминати цирк, причем не очень качественный, еще 18 июня. Печерский суд Киева почему-то решил избирать меру пресечения Порошенко только на 8-й день после вручения подозрения. Это позволило Порошенко собрать под стенами суда немалую такую массовку и провести себе мини-майдан в центре Киева, да еще и потом вот этой всей сворой пройтись через центр столицы к дому Зеленского. Причем в самом суде происходило тоже нечто крайне странное. Сторона обвинения, которая, кстати, изначально хотела закрыть Порошенко в СИЗО, внезапно потребовала для него самой легкой меры пресечения. Личное обязательство, ну, правда, загранпаспорта попросили сдать. Хотя Петр инкогнито умеет летать и по чужим. Непонятно, конечно, зачем было требовать ареста экс-президента по той статье, которую ему вменяли. Превышение власти при назначении заместителя главы службы внешней разведки Симочка. Это ненасильственное преступление. И адвокаты Порошенко абсолютно легко разбили бы доводы обвинения в суде. Но когда прокуроры внезапно сменили меру пресечения на самую легкую, это вызвало ступор даже у сторонников Порошенко. Причем аргументация была просто удивительная, гениальная, я бы сказала. Порошенко народный депутат Украины, и если взять его под арест, то он не сможет ходить на заседание в Раду. А раньше вы этого как будто не знали? То есть, либо прокуратура испугалась, что адвокаты разобьют неадекватную меру пресечения и ведомство будет выглядеть крайне глупо, либо же в последний момент откуда-то спустился сигнал о том, чтобы СИЗО как меру пресечения сняли с повестки дня. Испугавшись, к примеру, тех же западных партнеров, которые к тому времени начали уже активно топить за Петра Алексеевича. Подлил масло в огонь и судья Сергей Вовк, который, выслушав Порошенко, выслушав прокуроров, перенес суд на 2 недели. Аргументация была в том, что у лидера Европейской солидарности умер отец. Правда, тут даже защита Порошенко требовала продолжить заседание. Однако судья Вовк закрыл суд и ушел. Хотя абсолютно непонятно, как такая мера пресечения как личное обязательство помешала бы Петру Алексеевичу пойти на похороны своего отца, которые к тому времени были назначены уже на следующий день. То есть власть еще в первый день суда обеспечила режим абсолютной лояльности Порошенко и показала, что готова идти навстречу всем его желаниям. 1 июля этот судебно-уличный цирк продолжился. Порошенко привез под Печерский райсуд несколько сотен человек, депутатскую группу поддержки, а также супругу Марину. Как же без нее? Причем риторика стала жестче, а обвинение в том, что нынешняя власть продалась России, больше. И они хотели скористатися, что у нас опустятся руки, что мы втомимося, что мы уже никогда не выведем на улицу людей, але мы им точно не сдамо Украину. Їх план був віддати 5-й колонії Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків і в такий спосіб знищити Україну. На митинге также выступил недавно присоединившийся к Европейской солидарности Александр Турчинов, который извинился, что он и Порошенко не успели извести предателей в
то время, пока были у власти, пока на улице разливались реки желчи в адрес президента Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой, в суде продолжалась игра в поддавки с Порошенко. Прокурор запросил меру пресечения не на 2 месяца, как это обычно принято, а до конца следствия, которое заканчивается 10 июля. То есть личное обязательство для экс-гаранта действовало бы всего 9 дней. Однако судья Вовк счел, наверное, что этого как-то многовато. И перенес суд на 8 июля, чтобы заслушать понятых, при которых Порошенко вручали подозрения. То есть меру пресечения изберут за день до ее окончания. А пока подозреваемый Порошенко будет разгуливать на улице вообще без каких-либо ограничений. Свобода человека. И может даже выезжать за кордон. Интересно, что все эти прекрасные жесты в пользу подсудимого, разумеется, никто не оценил. Порошенко то и дело перебивал то прокуроров, то судью. А в отношении одного из подчиненных Венедиктовой экс-президент даже предположил, что тот обосрался. Підпустите його в туалет. Повинно без... Обосрался. Не лучше себя вели и его депутаты, постоянно задирали людей, которые сидели в зале суда, и требовали, чтобы они вышли. При этом прокуроры продолжали оказывать знаки внимания Петру Алексеевичу Порошенко. И как могли, просто облегчали его положение. О том, что подозрение по делу Симочка не имеет абсолютно никаких перспектив, мы говорили еще тогда, когда ему вручили подозрение. Слишком незначительный эпизод решили расследовать. Очевидно, что это надуманный предлог, хотя есть куда более весомые поводы. Взять хотя бы дело отправки моряков в Керченский пролив, по которому мы, издание «Страна.UA», публиковали подтверждающие состав преступления, выводы экспертизы. То есть было понятно, что из нафталина достали нечто такое, за что Порошенко посадить будет почти нереально. Зато таким образом можно будет имитировать требуемое обществом наказание экс-президента. Опять же таки, по результатам социсследования КМИС, больше половины украинцев одобряют уголовное дело против Порошенко. Однако, как показал суд, даже с имитировать судебный процесс против бывшего президента ни власть, ни генпрокуратура не в состоянии. То она шарахается от СИЗО до личного обязательства, то даже это обязательство сокращается до 1 дня. Ну что это за цирк? Параллельно с этим Порошенко пользуется всеми этими ошибками каждое судебное заседание, получая новый импульс для сплочения своих сторонников, а также уже официальный статус гонимого новой властью. Шарахание из пух властей можно объяснить тем, что Порошенко поддерживает демократическое крыло американского истеблишмента. И не просто поддерживает, они начали за него топить. Этого, видимо, на Банковой не ожидали. Наоборот, рассчитывали усыпить бдительность США расследованием по делу токсичного с точки зрения Запада Сергея Симочка. Ведь журналисты, финансируемые за гранты, провели расследование против разведчика, выявив у него и его семьи тесные связи с аннексированным Крымом и с Российской Федерацией. Однако Петр Алексеевич, как показывают недавно опубликованные его разговоры с Джо Байденом, был человеком, который долгие годы действовал по указу США. И в Вашингтоне пока не намерены сливать столь лояльного к себе человека. Ведь он неоднократно показал себя своим сукиным сыном, который к тому же претендует на звание главного гетьмана постмайдановской оппозиции против З. Как я уже рассказывала, у этой оппозиции уже на осень зреют планы пошатнуть или же вообще свергнуть с поста президента Зеленского уже этой осенью через акции при молчаливом согласии курируемых с Запада Сорося. И когда я об этом рассказывала в блоге, некоторые восприняли это скептически. Мол, не смеши людей, Алися, какой там пучий переворот могут сделать эти, прости господи, Порошенко и кровавый пастор Турчинов. Ведь доверие общества к ним минимальное. Они не смогут собрать сотни тысяч людей на улицах, как во времена Майдана. Да, сотни тысяч людей они собрать не смогут. А зачем для свержения Зеленского
сотни тысяч людей. При такой разваленной правоохранительной системе, при таком никакущем абсолютно генеральном прокуроре, как Ирина Венедиктова, которая просто позорится сейчас самым постыдным образом на том, что даже не может организовать процесс привлечения Порошенко к ответственности. С учетом всего этого, заговорщикам достаточно будет привести на Банковую около 20 тысяч человек, которые просто зайдут без сопротивления в кабинеты и все. Топ-блогери України. Микола, дуже дякую за цей ефір. Мені особисто було дуже цікаво. Я сподіваюся, нашим телеглядачам теж. І я буду радий бачити вас ще у нас. І не раз. Большое спасибо. Буду рад. Дорогі друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.